Осталось нам совсем немножко, километров 20, до города Приозерск, Ленинградская область. А мы ехали, потому что в январе месяце, когда мы были в отпуске, у моего мужа умер брат. Я как-то делала видео, мы были в Красноярске, 4 января. Вот. И вот мы едем первый раз на могилку, съездим на могилку. Побываем, ну, повидаемся там, побудем у него. Он похоронен в Приозерске. Вот мы едем с Москвы на машине вот к брату. Какие дела? Приозерск. Вот. 107,6 FM. Все, вот Приозерске уже, Приозерск. Красотища такая, прямо деревья такие. Даже это финская волна, где финны разговаривают. Вот он, Приозерск. Вот он. Вот сюда мы и ехали. Это хорошо, прям красиво. Воздух такой изумительный. Сосны. Тишина такая, слушай, никого нету, да? Людей вообще нет. Вот, может быть, ко мне на эти вот, на Мерседесы, на эти, блядь. Ну вот, наверное, у тебя звал на эти Мерседесы. На Мерседесы поработать, поездить. Маршрутки эти. Невероятные изменения. Заказывайте в салонах официальных дилеров. Вот он, городок Приозерск. Это километров 150 он от Санкт-Петербурга, да? Да, 150 километров, да, где-то так, от Санкт-Петербурга он. Ну да. Ну, не близко расстояние. Тихий такой, спокойный. Тоже маленькие домики здесь люди живут. Сейчас мы едем на кладбище. Миша. Какой-то храм тут бабушки. Бабушки молятся. Холодно, даже снежок сегодня маленько, да? Такой чуть-чуть появлялся. База отдыха Ладога здесь есть. Ну, городок небольшой, мне кажется, он такой скромненький. Средний городочек.